Исконно русская речь родом из Вологодской глубинки. 30 лет с момента выпуска первого словаря вологодских говоров отмечают филологи. Юбилей приурочили ко Всемирному дню родного языка, который в этом году празднуется 21 февраля. Всем любителям словесности приготовили еще один подарок. Какой, расскажет Арина Прахова. Съежился, ну это скотчеврижгивщик, вот можно написать скотчеврижгивщик. Съежище, это согнущая вещь. И таких выражений, непривычных уху современного человека, в запасе у Нины Ивановны не счесть. Уроженка Великоустюжского района, она всю жизнь провела в родной деревне Озерки и с самого детства говорила именно так. Сумерки, ну это сумерки бывают под вечер. А у вас говорят от слова сумерки? Да, сумерки раньше, по сумерничаем. Каждую такую языковую находку вологодские филологи бережно записывают и на видео, и на диктофон. Это главная ценность в диалектических экспедициях, в которых буквально по крупицам собирают уникальные самобытные слова и говоры. Этим Вологодская область богата. Есть и оканье, и цоканье. Просто заслушаешься. Вот минувшим летом мы работали с 95 и 96-летними собеседницами. Понимаете, люди родились в 13-м, в 15-м году. То есть они унаследовали традиционный строй русской народной речи. Они говорят так, как им Бог на душу положил, да? А известно ведь, что иногда бабушка скажет так, как припечатает. Чтобы уникальные словечки не были потеряны, вологодские филологи собирали их в единый словарь вологодских говоров. Подготовка к изданию началась еще в 60-е годы прошлого столетия, а первый том вышел в свет 30 лет назад. Потом было еще 12 выпусков словаря. Затем появился новый сборник вологодских диалектов «Вологодское словечко». А сейчас в качестве подарка к юбилею издан словарь крылатых выражений «Золотые россыпи», причем с юмористическими иллюстрациями. Вот когда мы говорим все-таки, чем русский язык отличается от других языков, он отличается, прежде всего, фразеологией. Если говорить о смысле, да, ну там звуки другие, грамматика немножко другая, но самое главное, это яркие образные выражения, самые. Вот здесь вот самая главная русскость русского языка, самая главная вологодскость нашей вологодской речи. Ну, допустим, любим мы такие. Надо ведь оха не поймать, сказали нам в Кичгородецком районе. Задумались и поняли, оказывается, надо подумать о последствиях. «Золотые россыпи» – издание новое, только что из типографии. 21 февраля, во Всемирный день родного языка, в областной универсальной библиотеке его презентовали вологжанам. То, что фразеологический словарь, кладезь самых метких выражений, будет иметь успех, издатели не сомневаются. Вологодское словечко покупатели в буквальном смысле смахнули с полок магазинов. Книги разошлись не только по школам, но и стали частью домашних библиотек самих вологжан. Арина Прахова, Максим Тышковец, Вологда Портал.